Привет тебе, наш дорогой зритель! Это онлайн-проект «5 вопросов». Нет-нет, вам не нужно будет отвечать на вопросы. За вас это сделают жители Нягани. Мы спросим случайных прохожих любые факты, цифры и историю города Нягани. Им нужно будет ответить всего на 5 вопросов. Ну что, мы готовы? Только одно условие. Ну а теперь поехали искать любознательных жителей города. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Устин. Меня зовут Наталья. Оля. Меня зовут Иван. Владимир Родионов. Галина Михайловна. Как назывался поселок до присвоения города Нягани? Не знаю. Нях? Если я не ошибаюсь, поселок Нях назывался. Нях? Нях, что ли? Абсолютно верно, Нях. Что означает на хантыйском слово Нях? Не знаю. Ой. Река? Нет, я не помню. Нет, не река. Не помню. Нях. По-моему, улыбка. Улыбка. Вот это я не знаю. Улыбка. Да, на хантыйском город Нягань означает улыбка. Нях. Какая титулованная российская теннисистка родилась в городе Нягани? Мария Шарапова. Даша Пономарева, как-то так. Ну, Даша с 6-й школы, которая в Беларуси сейчас выступает по спортивному биатлону. Повторяю вопрос. Какая российская титулованная теннисистка родилась в городе Нягани? Не знаю. Откуда я могу такое знать? Шарапова. Не знаю. Шарапова Мария Юрьевна. Шарапова родилась в Нягани, да. Вот теперь будете знать. Сколько лет исполняется в этом году городу Нягани? 35. Ну, я так что-то как-то подозреваю, что 35. Абсолютно верно, 35 лет исполняется городу. Какое расстояние от Нягани до Луны в километрах? Это слишком сложно. От 340 тысяч, я не знаю. 36, не знаю, миллиардов километров. $17 миллионов. Ой, миллионы лет, наверное. 366 585 километров. Поздравляю с 35-летием, город Нягань. Поздравляю. С днем рождения, Нягань. Поздравляем с праздником. Друзья, поздравляю всех с днем города. У нас город молодой, у нас еще все впереди. Мы развиваемся просто бешеными темпами, и пускай этот темп не замедляется. Всем счастья, улыбок, здоровья, удачи и всего самого наилучшего. С праздником! Уважаемые жители города, нашего самого любимого города Нягань, с праздником, с юбилеем! Дорогие товарищи няганцы, поздравляю вас с 35-летием города. Желаю всего доброго, удачи, любви, счастья, доверия и, конечно, денег, чтобы деньги были. Спасибо большое всем, кто поучаствовал в нашем онлайн-проекте «5 вопросов». Ищите нашу съемочную группу, ждите нас, отвечайте на вопросы, и мы с удовольствием с вами пообщаемся. Ну а я хочу поздравить город с днем рождения! С днем рождения, Нягань!